Я потом всем это расскажу. But the kind of opposition to the occupation was not what usually people hear about opposition or militants always. It's not shooting always. It's not. There is a daily opposition because you want your rights and you don't get them. So you fight. You go on strike. That's fight. You write a declaration. That's fight. It's not always taking a gun, Kalashnikov, and shooting. Он поясняет, что такое оппозиция. Это борьба за свои права, которая проявлялась в разных формах. В какой-то момент это были демонстрации протеста, в какой-то момент более, так сказать, громкие выступления. Когда-то это доходило до вооруженной борьбы, но борьба – это не обязательно взять в руки автомат Калашникова. Борьба – это сопротивление, которое зреет в душах людей. And we were always told, either directly or indirectly, by the Israelis, there are limits to your rights. You cannot have all the rights. You are not a Jew. И нам всегда говорили в прямой или в завуалированной форме, что вы можете не рассчитывать на все права полностью. Этого не будет никогда, потому что вы не евреи. And I say, yes, yes, I am a Palestinian. I want to be part of the general Palestinian nation. И мы говорили, да-да, мы это понимаем, мы знаем, что мы палестинцы, и мы хотим быть частью палестинского народа. So, here is the paradox with Israel. On the one hand, they want to seclude us from the Palestinian nation, but they want to treat us like Palestinians. В этом и был основной парадокс отношения израильтян к палестинцам. С одной стороны, они нас как бы отделили от палестинцев, с другой стороны, относились к нам как к палестинцам. On the issue of negotiations and talk with Israelis, I myself, in 1982, I remember meeting Yossi Sarid and Shulamit Aloni. В 82 году я встречался с Йоси Саридом и Шуламит Алони. Because they told us there is a group of Israelis who are willing and want to talk to Palestinians. Потому что нам сказали, что вот она группа израильтян, которые хотят говорить с палестинцами. They were called Ratz then. Mm-hmm. Right. Yeah. Before Meretz and before. Это появилось еще до, то есть это до меретцевские времена. So, even those who were with me, like me in the PLO, some were fighting with Kalashnikov, some were fighting on the ground in resisting occupation. We always wanted to talk to the Israelis. Несмотря на то, что кто-то, что люди действительно пытались, что люди действительно всегда сопротивлялись, кто-то, так сказать, вооруженными методами, кто-то с Калашником в руках, кто-то ненасильственными методами, но на самом деле мы всегда хотели говорить с израильтянами. But we wanted to talk to them as Palestinians who want to explain what Palestinians want. Но мы хотели говорить именно так, чтобы объяснить, чего хотят палестинцы. What the Israelis were willing to talk to us are either workers, laborers, or in the those who do the menial jobs in Israel, in gas stations, in janitors in the hotels and hospitals, they can deal. This is the Palestinian, this is the Arab. Mm-hmm. But we wanted Israel to understand we are a special nation that we want to talk to you about a solution. К нам привыкли относиться как к чернорабочим. Мы работали на палестинцы работали на газовых станциях, палестинцы работали в гостиницах на самых низких должностях. И, в общем, это был привычный тон бесед для израильтян, но мы хотели, чтобы к нам относились как к представителям нации, чтобы нас воспринимали как палестинскую нацию. It was always Israel's official policy banning any Israeli from talking to the Palestinian officials. Always. И это всегда была позиция Израиля, вместо того, чтобы говорить с палестинцами реально, говорить в таком тоне. Аврам Борг, Хаим Рамон, officials who are still around, Йоси Бейлен, when they talked to us in the mid-80s,
they could have been taken to court in Israel. When they accepted to talk to us as PLO, they were defying official policy. И мы, конечно, должны вспомнить те времена, когда, в принципе, беседовать с членами Организации освобождения Палестины это означало нарушать израильские законы. И те, кто с нами беседовал, например, Авраам Бург и Хаим Рамон, они, в принципе, могли попасть под суд. So, I am telling you this because I would like you to understand that Palestinians never always wanted to talk to Israelis. Always. Я еще раз подчеркиваю, что палестинцы всегда хотели говорить с Израилем. It was always conditions by official Israel. We will talk to you only if you clean the bathroom. И это была израильская позиция, что мы с вами будем говорить только тогда, когда вы, так сказать, помоете туалеты. Вот после нашей, ну как бы, But когда вы выполните вашу черную работу, вымоете самые грязные места, вот тогда мы с вами поговорим. But if you are a proud Palestinian fighting for your nation, we will not talk to you. Но если вы гордые палестинцы, которые хотят говорить от имени своей нации, то мы не будем с вами говорить. This is how I, as a Palestinian, understand the Israeli official policy all through the years. И это вот я лично воспринимаю израильскую позицию по отношению к палестинцам, она была таковой в течение многих лет. I give you three points of example. Я дам вам три примера. In 1989, I was in prison then, I was in Israeli jail, because I was leadership of the Intifada. 89. В 89 году я был в израильской тюрьме. Shamir, who was head of the government, he was the prime minister, sent people to talk to us in prison. Shamir, глава правительства тогдашнего, отправил своих людей беседовать с нами в тюрьме. And he said, we will deal with you, okay, you from the occupied area, you Palestinians. And we said, go to the PLO. This is our address. И мы с гордостью отвергли это предложение и сказали, нет, адрес для беседа, адрес для переговоров – это Организация освобождения Палестины. When the PLO started the talks, Palestinians supported 70%, 80%. Yes, go talk to the Israelis. И когда Организация освобождения Палестины таки начала разговоры с израильскими властями, 70% палестинцев поддержали и говорили, да, необходимо продолжать эти переговоры. They did not say give up the rights, but they said go and talk. Они, разумеется, не отказывались от своих прав, палестинцы, которые поддерживали переговоры, но они говорили, идите, продолжайте, ведите переговоры дальше. Although I do not like Hamas, okay? Я лично не люблю Хамас. I am a secular, old Marxist, you know, Я старый марксист. Okay? I don't like Hamas. But even Hamas of today, all they are working for is that Israel talks to them. Я еще раз повторю, что я не люблю Хамас, говорит наш гость, но даже Хамас на самом деле хочет, чтобы израильтяне говорили с ним. When Mufaz said, gave a statement saying, I have this plan, and whoever wants to talk to me, Hamas jumped the next day to say, yes, we will talk about it. Стоило Мафазу только намекнуть на то, что возможно говорить, Хамас немедленно, так сказать, бросился на это предложение и сказал, что да, мы готовы говорить. Because it's talking about a state in the interim, you know, it's not a full independent state, as Abu Mazen wants. Речь шла о временном государстве, а не о постоянном государстве, которого добивается Обамазан.